Всем привет, дорогие друзья. Ну, я наконец-то открыл этот сундук. Блин, тяжело было, конечно, открывать его. Но, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру Королевство Коротышек. Так, мы открыли этот сундук. Тяжело было, конечно, его открыть, но у меня получилось, в принципе, не сильно и сложно. Так, и у нас мечи. Ничего не получилось. Плохо. Так. А ну-ка. О, мы новый шлем открыли. Вау, смотри, шлем. Какое-то животное, какое-то похоже на волка. Так, ладно, дальше. Тут что у нас? Собираем шляпу. Ух ты, новая шляпа получилась. Олень. Смотри, у нас по животным получается. Тут он олень, она волк. И вот этот у нас пока без шляпы. Такой у него обычная шляпа. Ну, посмотрим. Может быть, мы еще сундук выиграем. Попробуем. Так, вступаем в бой. Так, интересно, интересно. Давайте убиваем вот этих вот чудиков. Скелетиков, давай. Так, вызываем все-таки, давай, этого динозавра, потому что никак не получается у нас убить этих скелетов. Очень они сильные, не знаю, откуда у них такая сила. Они же вроде бы маленькие. Вот с большим надо нам справиться, не знаю, как справимся или нет. А вот с маленькими, не знаю, почему такая проблема стоит. Так, шляпу подняли. Так. Опять этот монстр. Да что такое? Где вы беретесь-то, скелеты? Наверное, босс будет скоро, босс. Так, поджигаем скелетиков. Есть один, так и второй. Быстренько, быстренько. О, шляпа, шляпа. Мы соберем новую шляпу нашему волшебнику. Так, защита. Защита не сработала. Так, вызываем нашего монстра. Давай, давай, кабанчик. Да, нет, это тут надо их поджигать. Тут два целых. А, лук. Нам нужно срочно забрать лук. Давай, 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 давай. Есть. О, хорошо. Мы его не потеряли. Потому что вот такие всякие штуки, вещи, как там лук, меч, они попадаются почему-то очень редко. Если их пропустить, это будет очень печалька. Так, давай поджигаем этого. Это у нас последний, кстати. Сейчас мы его уничтожим. Есть. Смотрите, сколько у нас много лута, да? Ну, три шляпы и один лук. Так, заходим в арсенал, естественно, естественно. И смотрим, что мы здесь можем. О, шляпу. Вау, смотрите, какая новая шляпа у него. У рыцаря-то нашего, а? Так, и у волшебника мы тоже шляпу сейчас сделаем. Опа! Чулман. Клево. Волшебник у нас вообще красавчик. Ну что ж, посмотрите, а сколько серий-то снимать-то еще? Снимать, не переснимать. Так, в бой. Угу. Сейчас будем еще сражаться. Так. Что у нас здесь? Идем, идем, коротышки. О, нифига себе, что это за дракон такой, а? А, интересно, он боится огня или нет? Сейчас посмотрим. Да, поджаривается хорошенечко так. Причем, нифига, я думал, это босс, а это просто дракон. Их, наверное, тут куча этих драконов будет. Так, защиту берем. Эх, два зомбика. Давай. Так, есть один. Второй. И у нас как слабенький вот этот кабанчик. Не очень такой сильный. Так, ну этого мы, в принципе, давай подожжем, потому что он уничтожит нашего рыцаря. О, рыцарь сейчас умрет. Нет, нет, не умирай. Все, погиб рыцарь. И у нас остался лучница и волшебник. Так, вызываем кабанчика. Давай, кабанчик, давай, давай, давай. И сейчас огонь вызовем. Есть, вызываем огонь. Да, это, конечно же, этот уровень достаточно-таки сильный, мощный, тяжелый. Так, и последнего мы, наверное, не сможем победить. А, в принципе, смотри, один скелетик вышел. Ха-ха-ха. Ух ты! Опять у нас этот самый. Как его? Блин, опять быстро, смотри. Опа, есть. Опа, есть. И третий. Опа, есть. Открыли. Научился я открывать сундуки, это очень здорово. Так, быстренько заходим в наш арсенал и посмотрим, что мы можем соединить, какие вещи. Так, бандана, шляпа. Так, здесь мы ничего не можем. Кстати, вот меч бы нам новенький, но не получается что-то у нас с мечом. Так, смотрим. Так, тоже у нас с луком пока ничего не получилось, к сожалению. И с посохом. С посохом, я надеюсь, у нас получится. Да, конечно же, у нас будет новый посох. Ух ты, какой крутой посох.
голубенький, волшебный. Так, шляпа тоже пока по шляпе. Ничего интересного, новенького. Ну что ж, в бой. Так, посмотрим сейчас, как они у нас. Сила там у них есть. Новая, мощная сила. У нас, смотрите, добавилась волшебнику. Сейчас посмотрим, что это такое. А, какой-то шар. Ну, что-то он слабый, конечно, шарик этот. Огонь был намного лучше, кстати. Да, к сожалению. Угу. Вот этот, ну не знаю, может посох сам по себе будет бить хорошо. Не знаю, как он. Но вот это вот... Это мне не нравится. Огонь намного лучше. Он, во-первых, долго горел и было интереснее. Так, ладно. Эх, смотри, мы вдвоем остались. Не знаю. Ждем кабанчика. Сейчас кабанчик появится. Ну давай его запустим, этот солнечный шар. Да, он слабый. Слабый, он ничего особого не дает. Так, у нас лук, да, появился. Так. Сейчас мы возьмем этот лук. В принципе, мы, может быть. О, нифига себе, два злодея каких мощных. Нифига нам. Я не знаю, получится у нас уничтожить их или нет. Очень они мощные, очень сильные. Сейчас подождем волшебника, чтобы этот мощный шар он выпустил. Сейчас помощнее сделаем. Так. Ух ты, одного уничтожили, но один остался, но он очень сильный. Так, вызываем кабанчика, может и выиграем. Есть, и он нам дарит лук. Ах, у нас еще один остался. Ну ладно, сейчас мы его попробуем победить. Этого мощного дракона. Зомбака. Скелета. Огромный монстр такой. Так, наш кабанчик. Есть! Нифига мы сколько собрали. Шляп, сколько? Два лука собрали. Так, ну лучница, подожди. Лучница, сейчас мы тебе соберем хороший лук. Так, есть. Зелененький получается скелетный. Да, новый лук. Офигенно, какой-то крутой железный лук. Так, ну здесь ничего интересного у них, ничего нету. Да, рыцарю что-то не везет. Что-то мы хотим новый меч, и все никак не можем. О, бомбочки у него появились, круто. Сейчас посмотрим, как они действуют, бомбочки. Ну все, рыцарю нашему не везет, никак не может новый меч заполучить. Так, это с посоху, это у нас к волшебнику, в принципе. Так, здесь, ну мы сейчас победим и посмотрим. Я пока бомбочки не буду кидать, бомбочки я закину, когда что-нибудь мощное будет. Вот этим я сейчас закину бомбочки. Получайте бомбочки. Есть, смотри, как мы их нормально, в принципе, бомбочками. Сейчас мы сделаем... Вот сейчас мощный луч. Фига, сразу убил этого. Фига себе. Так, в принципе, мы можем сейчас защиту включить мощную. Так. Посох, смотри, опять волшебнику. Ой, нифига, дракон. Так, срочно вызываем эти бомбочки, кидаем. Есть, ну тут хорошо бомбочки, так подбил его. Так, давай защиту быстрее, рыцарь. Ну, защита что-то она может дает какой-то процент, но не 100% защищает, я так понял. Угу. Так, ну что ж, у нас арсенал сокровища пустой. Идем опять в бой. Так, сейчас посмотрим, что здесь интересного. Так, опять у нас скелеты, опять у нас драконы в этой серии. Так, у нас целых три зомбака. Давай мы все-таки спустим бомбочки. Ну, что-то бомбочки нифига не помогают. О, меч, круто. Так, рыцарь. Так, быстрее защиту включаем. Ну, не знаю сейчас, как выиграем, не выиграем, но это мощный, конечно, вот дракон, волшебник. Так, давай бомбочками. Нам бы его завалить, но не знаю, получится или нет. Есть. О, хорошо, замечательно. Но мы потратили волшебную силу на него. Так, защита. Рыцарь, давай. Нападай. Давай, рыцарь. Давай. Сейчас мы посмотрим. У тебя меч. Может быть, мы ему меч сейчас сделаем. Так, бомбочки. Есть. Так, а куда лучница убежала, то я не пойму. Опять дракон этот мощный. Блин, не знаю. Победим мы его сейчас или нет. Мощный дракон вот этот стреляет. Ага, давай бомбочками, срочно, быстрее. Есть, хорошо.
Так, нашего волшебника уничтожил. Так, давай, лучница. Ну, не. Нет, к сожалению, она не сможет победить. Нет. Хотя бомбочки сейчас кинет. Не знаю, может быть, может быть. Давай, давай, бомбочка. Все равно уничтожили нашу лучницу. Ну, к сожалению-то. И смотри, она опыта вообще никакого не получила. Интересно, странно, почему ей опыта вообще не дали. Так, ну заходим в арсенал и смотрим, что у нас здесь в арсенале есть. Мечи. Ну что ж, мы соберем это. Тебе меч-то хороший. Да, клёвый у тебя новый красивый меч, как у Аладдина. Смотри, какой он красивый, да? Так, шапочки. Шапочки пока тоже ничего пусто. Здесь тоже у нас все пусто. Так, и тут ничего мы не можем собрать. Ну что ж, ладненько на сегодня. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.